Здравствуйте, уважаемые зрители! Как вы уже, наверное, догадались, сегодняшний наш видеообзор будет посвящен золотой школьной медали СССР, которую вы сейчас видите на своих экранах. Немножко хочу вам рассказать предысторию учреждения данной награды. В 1945 году указом от 30 мая были учреждены первые разновидности советских школьных медалей. Золотая медаль 583-й пробы золота и серебряная медаль, которая изготавливалась из серебра 925-й пробы. Они немножко отличались от уже более поздних медалей, которые вы сейчас видите на своих экранах. Отличались они в основном надписью. На ней была надпись «За отличные успехи и примерное поведение». Уже на более поздней медали вы видите надпись гораздо более длинная. Кроме того, медаль первых образцов была диаметром 32 мм. В 1954 году количество содержания золота в медалях было понижено с 583 пробы до 375. Но диаметр этих медалей сохранялся 32 мм. Кроме того, указом было предусмотрено, что в каждой из советских республик была своя золотая и серебряная медаль. Эта традиция была сохранена и дальше. На ваших экранах медаль Украинской ССР. На медалях также было надписи на союзных республиках. Вы видите сейчас золотая медаль и коробочка сохранилась, в которой она и вручалась. Видите штамп УССР. Каждая другая советская республика имела, соответственно, другую маркировку и немножко другой вид. Всего изначально существовало 16 вариантов медалей. Но после того, как была упразднена Карело-Финская республика, одну из медалей упразднили. Следующим же этапом в вручении и отличии за среднее образование школьников было то, что из 60-го года введены новые образцы золотых и серебряных медалей. Вот именно такими, как вы сейчас видите на своих экранах. Это золотая медаль, врученная в 1970 году. Стоит также отметить, что во время вручения этой медали серебряный ее вариант уже был отменен. Он вручался только до 1968 года. Далее, аж до 1985 года вручались только золотые медали. То есть вручение серебряных медалей Советского Союза происходило из 45 по 68 год и возобновлено было только в 1985 году. Бытует мнение, что золотая медаль изготовлена из золота. Но хочу отметить, что с 60-го года золота в ней практически нет. Вот на этой медали, которую вы сейчас видите на своих экранах, она в идеальном состоянии, так как бережно к ней относились, сохранилась даже ее коробочка, нету ни единой царапины, прекрасное состояние. Они все изготовлены из медно-цинковых сплавов. Ну, на более понятном языке это звучит как латунь. L63, L68 или Тампака марки L90. Можно сказать, что они изготовлены методом холодной штамповки. Единственное, что применено гальваническое покрытие, золото 5 микрон, все золото содержится в медали всего 0,31 грамма. Серебра же покрытие 6 микрон, 0,21 грамма.